Приветствую всех, кто будет просматривать это видео. Зацветает сестричка знойная такая, вот этой нежной пеларгушечки, которая пак... Ой, не знаю. Пак Candy Flower Peach Cloud. Это вот эта нежная с таким длинным и сложным названием. А это называется... Так, Бермуда черри. Черри, вишенка. Вот она такого малинового цвета, малиново-вишневого, не знаю. А в серединке светлая, беленькая. Не знаю, видно на камере, нет? Ну, такая знойная, знойная. Это не королевские пеларгонии, это какие-то новые гибриды, которым не требуется холодная зимовка, которые вот просто так зацветают без всяких зимовок. Сколько еще бутончиков? Вот. Несложные. Я не так давно купила к ним в комплект, так сказать, еще третий сорт. Он пока маленький, вот такой маленький. Скоро посмотрю, каким цветом зацветет. Должна быть сиреневая, что ли. Третий сорт называется Бермуда Мерлот. Мерлот. Скоро зацветет. Будут тоже интересно посмотреть. Такого же цвета, только фиолетовая, что ли, какая-то. Такая интересная. Так, еще у меня тут цветет. Я принесла. Как показать-то? Новые для меня ангелы. Пеларгония ангелы. Это у меня еще не было. Вот она вот такая длинная. Свисает. Ну, такой, такая веселенькая расцветочка. Называется пак Анджелес Виола. Наверное, эти ангелы надо нещадно резать, потому что сейчас она вот в таком виде у меня. Ну, посмотрим. Свисает, пусть свисает. Потом отрежу. Эта вина зацвела с трех веточек. Старый сорт. Я люблю такие оранжево-лососевые цвета. Так что, любимица моя. Это зацветает тюльпаночка. Марбаска тюльпан. Вот такая она у меня вместо белой, совершенно загорелая на солнышке. Вот тоже с трех веточек. Ноги лысые, длинные. Ну, впрочем, как у многих. И это что-то новенькое, какой-то формозум. Тоже интересное, что-то необычное не было у меня. Ну, это как всегда тут. Моделина стоит. Красотка моя. Всегда цветущая. Немножечко зарумянилась тоже на солнце. Так. Яркий красный мистер Чарльз. Тюльпаночка. Тут Ред Пандора. Тюльпаночка, тоже такая красно-оранжевая. Так, тут малышечка Болт Пикси. Вообще неугомонный цветун. Никак не пересажу, ругайте меня. Так, Лотта Лунберг, такой кустичек
тоже ярко цветет. Сейчас весна так радует. Первые эти цветочки. Потом, когда они будут массово цвести и правильно, более так сформированы, с более красивыми кустиками. Ну, не знаю, у меня такое восприятие. Летом и так все цветет. И как-то, ну, цветут и цветут хорошо. А сейчас вот каждый новый сортик, который просыпается и зацветает как будто заново, ну, так радует. Я радуюсь. Это эти какие красотки. Это ангел. Ну, правда, ангелочек. Красотка. Такие новости.